Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Будь здорова, Одесса». Наш скелет в течение жизни выдерживает большие нагрузки, складывающиеся из веса нашего тела и всех тех тяжестей, которые мы на себе носим. И максимальная нагрузка приходится на подвижные части скелета – суставы и позвоночник. Тема нашей сегодняшней программы – «Здоровье суставов». Гости нашей студии – топ-менеджер международной компании «Коралловый клуб», ведущий консультант Ассоциации нетрадиционных методов диагностики и восстановления здоровья при Национальной академии наук Украины, в прошлом преподаватель Одесского медицинского университета кафедры клинической фармакологии и клинической терапии, специалист в области эндокринологии, кардиологии и ревматологии Марина Яковлевна Федоренко. Здравствуйте! Добрый день, дорогие друзья! И Булин Павел Борисович, врач-нутрициолог, диетолог, специалист по гемосканированию, проходил обучение аюрведической медицине в индийской клинике Чакрапани, 10 лет практикует и преподает йогу. Здравствуйте. Добрый день. Мы подготовили сюжет, давайте покажем его нашим телезрителям. Давайте. По данным статистики Всемирной организации здравоохранения, болезни суставов находятся на третьем месте по распространенности после болезней систем кровообращения и пищеварения и на первом месте в ряду причин временной нетрудоспособности людей. Гиподинамия, отсутствие физической нагрузки в должном объеме, приводит к ослаблению мышц и увеличению веса тела. Соответственно, возрастает нагрузка на суставы. Экология и неправильное питание становятся причинами воспалительных и дегенеративных процессов в суставах. На состояние суставов влияет и возраст пациента. Ведь чем старше человек становится, тем больше изнашивается его опорно-двигательный аппарат и тем внимательнее следует относиться к своему здоровью, чтобы не пропустить признаки болезни. Суставные недуги занимают первое место в мире среди болезней внутренних органов, которые в запущенной стадии могут приводить к инвалидности. Поэтому ни в коем случае нельзя недооценивать их серьезность. Болевые ощущения в суставах – это классический симптом, указывающий на существование проблемы. Невыносимые боли могут настигнуть в случае остеоартроза, при котором истончается хрящ, что приводит к трениям в суставе. На наличие ревматоидного артрита может указывать частая простуда с болевыми ощущениями в суставах. Наиболее характерные симптомы болезни суставов, с которыми сталкивается большинство людей, ограниченная подвижность и боль. По патологическим признакам поражения суставов можно разделить на три основные группы: воспалительные или артриты, дегенеративно-дистрофические или артрозы, травматические повреждения мениска, связок и так далее. Чаще всего встречаются смешанные формы, например, артроза, артриты, повреждения мениска на фоне дегенеративных изменений в суставе. В идеале наши суставы рассчитаны на долговечную, безупречную работу. Так в чем же проблема наших заболеваний? Вы знаете, существует несколько основных причин, которые вызывают нарушения в суставах. Прежде всего, хотел сказать о воспалительных поражениях суставов. Они возникают чаще всего за счет нарушений иммунных механизмов в нашем организме. И случается такая ситуация, когда наши собственные иммунные клетки, бывают атакуют ткани сустава, и суставы возникает воспалительный процесс. Аутоиммунные процессы, так называемые. Ревматоидный артрит. Да, и вот одним из примеров таких заболеваний является ревматоидный артрит. Это страшное заболевание, большие проблемы с его лечением. Очень часто проблемы в суставах вызывают травмы. Причем у нас травма ассоциируется с каким-то ударом. С переломом, честно говоря. Но в основном, основную массу травм составляют бытовые мелкие травмы. Травмы можно назвать избыточный вес. К сожалению, травмы можно назвать хождение на каблуках постоянно. Травма может быть связана с подъемом тяжестей. Травма может быть связана с какими-то микроразрывами в суставе, которые происходят. Неловкое движение, поскользнуться, удариться. Так. Да. То есть какие-то даже оздоровительный спорт, особенно такие виды спорта, как теннис, футбол, какие-то восточные единоборства, они постоянно вызывают микротравмы в суставах. Ну и если учесть, если как бы отбросить вот эти посторонние, то в конце концов, все эти нарушения, они приводят к основным заболеваниям, которые связаны с дегенеративно-дистрофическими изменениями сустава. Я бы еще добавила еще одна вещь. Это интоксикация хроническая. Мы ведь даже не задумываемся, что можем заработать себе заболевания суставов только потому, что мы неправильно питаемся,
что мы не очищаем свой организм, когда мы контактируем с какими-то отравляющими или активными, агрессивными химическими веществами, там, стирая, убирая на бытовом уровне, да? И вот если у нас есть хроническая интоксикация, очень часто, как паразитарная интоксикация, так и пищевая интоксикация, очень часто проявляется в заболеваниях суставов. Потому что агрессивные вещества раздражают и слизистые, и синовиальную жидкость, и практически все ткани, суставы не исключение. И я совершенно согласна с Павлом Борисовичем, если убрать интоксикацию, то в результате что остается? Голод. От чего же начинается заболевание? Ведь кто-то заболевает, а кто-то нет. Заболевания суставов, особенно дегенеративные, давайте мы не будем сейчас говорить о травме, это тема травматологов, мы не будем говорить о воспалительных, инфекционных заболеваниях, потому что это обязательно нужно лечить в обычной, скажем так, ортодоксальной медицине, а поговорим о дистрофических изменениях. Вот действительно, почему? Знаете вы или нет, но в последнее время резко помолодели заболевания суставов. Действительно резко помолодели. И заболевания суставов – это вообще очень большая проблема. Это третья причина, третья по уровню заболеваемости. Третий диагноз, скажем так. И это первая причина острой потери нетрудоспособности, кратковременной потери нетрудоспособности и нетрудоспособности, приводящей к инвалидности. Можно я добавлю о том, что вот за 2012 год ВОЗ дает по России такие данные, что от 50 до 60 лет 80% людей имеют повреждения какие-то, хронические суставы. После 60 лет около 85-87% жителей России имеют повреждения, хронические жалобы на боли в суставах. Ну, более того, приблизительно такая же статистика и у жителей Европы, и у жителей Украины. В Америке это вообще гораздо раньше, честно говоря, начинается. Там, где связано с нарушением обмена веществ, мы приходим к выводу, что уже в 40 лет, сегодня врачи сталкиваются, что в 40 лет иметь изменения в суставах, боли, поскрипывание, ограничение подвижности, скованность по утрам, это, в общем-то, уже диагноз, который называется возраст. Но это не так на самом деле, ведь существуют люди, которые активно занимаются спортом, плавают, гуляют, ходят, активно занимаются. Вот сейчас была недавно передача о японке, которой 99 лет, и она плавает, и она ходит, и она говорит, я не понимаю, почему, что за возраст такой 99 лет. Так почему одних так, у других так? Оказывается, дело в том, что для того, чтобы правильно ухаживать за собой, нам просто нужны знания. Вопрос номер один. Мы с вами не допиваем воду. Ведь суставы устроены так, две кости или больше, да, соединяются в одной суставной сумке, и чтобы костные поверхности не терлись, есть хрящевая пластинка. Она тоненькая, она 3-5 мм. И она питается из внутрисуставной жидкости. Как вы думаете, если мы воды не допиваем, будет ли у нас достаточное количество этой внутрисуставной жидкости? Более того, вот то, о чем мы с Павлом Борисовичем обсуждаем регулярно, люди считают, что если они пьют жидкость, это то же самое, что они пьют воду. Да, к сожалению, посетив ортодоксального нашего обыкновенного врача, вы, если услышите какие-то рекомендации, то он вам скажет, пейте побольше жидкости. Ну, классический вариант 2 литра воды. На самом деле есть физиологическая норма. 30 миллилитров на 1 килограмм веса. То есть, если человек там весит 50 килограмм, ему и 1,5 литра и хватит. Но если он весит, извините, 80 килограмм, то ему 2,5 литра воды нужно. Это же индивидуальная совершенно вещь, да? И если мы воду не допиваем, есть такая программа «Вотобаланс», которую сегодня устанавливают люди, следящие за своим здоровьем, просто в телефоне.
каждый стакан, чего бы они ни выпили, они отмечают. И если вы выпили воду, на картинке видно, как ваше тело наполняется водой. Но если вы выпили чай, вы же тоже жидкость выпили, видно, как вы теряете, совершенно верно, или кофе, видно, что вы теряете воду.